Так. Ну да. Сейчас матер. Вот, теперь да. Теперь. Так, ну хорошо. Я тогда положу вот так тоже. Не, ну я тоже сделал. Я тоже сделал. Ты вот сюда придал. Я оценил немного. Да, ну вот. Макар постар. Савелий, вы вашу партию пишете? Да, да пишем. А запись потом будет? Хоть сходи, нажал. Время следующего пошло. Савелий. Надо и за себя, и за того парня. Так. Два часа. Я где-то
хранения. Это уже было. Ну, вот там, под зеркалом. Ну, так. Не там. Я там такой был хороший ход по разрезу. Вот как раз на пешка. Я там не был, короче, там нормально зашел. Теперь... Ну, она сделала ход, выбрала направление, поэтому а она я... либо коня, либо... Когда-нибудь у нас будет у всех. Шах.
Ну, как спокойно, на самом деле. Ой, болит, болит, болит. Нет, на самом деле, мы с Сашей будем вряд ли сейчас говорить, потому что если он сейчас сюда залезет, то мы там то есть ты надеешься отсидеться от того, что меня выйдет? Нет, ничего не буду. Я просто знаю, что когда вот я смотрю, там Ваня только играет парень. Вижу. Да, и он тогда ясно против, тогда сразу... Что это вообще? Вот Паша вот вообще... Это, я не знаю, это просто убийство времени. Это хитрый план есть. Да, он анализировал, дома готовился. Я сижу и мне как-то... Кому сейчас легко сосуд? Допустим, Валера мне поставил шаг сейчас, да? Два хода, два игрока. А так вот интензив. То есть сейчас его ход, а потом я могу перестроиться. Да я вообще думаю по-другому перестраиваться. Можно, то, пожалуйста, почему нет? Провокаторство было. Да, я не понял, в чем. У меня был другой план. Ты спрашиваешь, чем я провоцировал? Так там красный меня еще защищает. А тут свои еще. Уберешь больше защиты. Да. Может, Паша вот реально подкалывает по этому поводу. Такой мой стиль. Да, окей. Стиль. Пьяного мастера. Да, что-то непонятно. С Пашей мы научились так. Во.
Раньше бы ты так пошел. План был хитроумный. Не дорогой. Еще раз. Дышим сюда, а я королеву сюда. Ну, там вообще жестко готовился, да, к партии? Я выстроил себе все. И в атаку пошел. Да, и в атаку пошел. Начнем. Мы не готовимся уже. Да. Все проанализировано должно. Thank you.
Thank you.
Надо, чтобы нас съели, но сейчас сделаю, господи. А тут еще есть, да, здрасте. Сегодня просто замечательный момент. У нас есть был тендер. И там целый список фирм. Желающих. Да, и там столько позиций. И среди всех позиций позиция ООО «Добро». Посмотрим. Но это было бы в половину анекдота. Самый анекдот, момент три клички. Так, там IT, чего-то там такое. Здесь, здесь. Айдар Консалтинг, здесь, здесь, добро. Так, нет добра. Сразу, да. Это похоже в генах вообще. Нет добра, ну все. Да. Это я что-то не туда. Не туда. Да, все равно я брать не собираюсь. Нет, ну да. Все но все и все равно это неправильно. Я что-то.
обсуждает пока. Нет, те, что я делаю. Там обсуждают, освобождает ли плен, из-за которого выкуп сочетается хорошо. Плен отдаете? Я уже все проиграл. Могла бы раньше позвонить, слушай. Я уже подставила вообще. Смотри, две. Я так чувствую, мы сейчас друг другу будем начинать гадить, да? Ну да. То есть у меня был другой план, Макар решил. Много там решал. Я перестраивал потихоньку. Долго перестраиваешь. Нет, я не обязан же жертвовать фигурой. Понятно, да. Я хочу как лучше, но раз ты решил. Так, то ладно. Посмотрим, сейчас все от красного зависит. Я черный тоже сбоку меня напрягает немножко. Не, я тебе качку скину, даже не думаю. Свет. А, я не смотрю. Я скину, если ты на нашем кабеле. Кто-то же должен начать. Да, кто-то должен начать. Да не что, тут все обидят замес. Да, сейчас замес начнется, да. В следующий раз иди, надо попробовать ногти маникюрить. Тем не менее. Если ты придешься с красным маникюром, я думаю, это будет отвлекающий маневр. Так замесы начинают. Я могу покрасить. Ты мне настучишь пальцем. Ну смотри, я считал, ну, слон бы бьет там коня этого. Я бью твоего слона, у тебя же все сыпется. Да? Если он с красным, а я зеленый. Не знаю. Ну тут под... Так, красный меня подводит. Я там спасал, пока им там все плохо. Да, спасал. Это я тебе, за это я тебе признателен. А что у меня сыпется? Не знаю. Пешка слабая. Есть фигура, как нужно. Ну, фигуру, да, согласен. Ну, Савелий, да, фигуру свою теряет. У меня слон туда встанет. Будет менять мои фигуры. Савелий, да, двух фигур. А у тебя четырех. И что? А я начну вам гадить. И так понятно. В общем, от все этого выиграет только Паша. Да. А почему вы не записываете ходы? А, записываю. Ты с книжкой уже не задумываешься? Ну да. Если я вижу агрессивные действия, то, конечно, скину. Мне кажется, он блефует. Мне тоже так кажется. Не, мы же здесь все учимся. Нет, это не хитрый. Вообще прям. Красиво, да? Сейчас они начнут танцевать вальс. Или там. Сейчас мы же танцуем. Все нормально? Ну что, никакой агрессии?
Только слон стоит, но убирать это нужно. Ну, жалко убирать. Вот только туда поставить. Надо встать. Подайте-ка признаки жизни. Нет, это следующий уровень, это пальчик. Вот смотри, три стороны. Три стороны. Центральная позиция на баскине. А это еще молодые девушки. Да, это определенное преимущество. Сейчас можно такую фигню устроить, что все друг друга начнут. Устроил. Да, что-то тут ты прямо. У нас есть. Да. У меня Паш, Савелий. Макар, мне. Савелий не знаю, кому. Кого за может, мне, на выбор. Мне можно. Да. Всех троих можно гасить. Не, ну Тим, я уже даже не надо. Я могу убить раз, да не началось. Посчитать. Посчитать, конечно. Блин, ну я уже что-то. Работает. Все, как ты хотел, да? Ну, конечно. Ну, а что делать? Правильно. Правильно совет. В замес идти. Что делать? Там коня того сбить уже. Я... Второй ход уже надо было убить. Не хочется. Она его теряет. Да и коня тоже. Мало ли там пашет начинает. Ну что, пашет? Вот и Паша подъехал, да? Ой, чего за Макар? Перещелкайте круг. Чей ход? Мой. Да, вот. Это уже забавно, конечно. Вот. Мне ваши слоны очень нравятся. А мы сейчас поменяем. И вот этот слон мне нравится. Не, мы их поменяем сейчас. Сейчас можем все встретиться тут. Не-не-не, я поменяю. Я знал, что он так пойдет. Конь, слон.
красно-белое. Белый-красный, это же моя традиция сегодня. Все, в принципе, это не единственный ход. Да я знаю, что это не единственный ход. Просто вас так брать вас на понт. Со своим слоном. Они уже тут ручки натирают. Сейчас поменяются. Просто чтобы красные поддержали все эти размены. Самое что такое. С красным идем, с конем обратно кто-нибудь скочит. Нет, красные, если что, не поддержат. Им шаг будет в этот момент, понимаешь? Они не смогут поддержать вашу движуху. Ну, в принципе, тоже верно. Если вдруг начнется что-то какое-нибудь глобальное. И я в том кипише участия не приму, к сожалению. Да? Ну ладно. Жаль. Жаль, да. Я так надеялся. Не знаю, зачем, давно хотел это сделать. Когда вспоминаешь, записывай. Я другого не ждал. Все, я понял, что я уже здесь ничего не ловлю в этой игре. Не надо было слона оставлять. Не надо было на него нападать. Я собирался следующим ходом вообще-то убрать. А ты мне просто выбрал. Нет, так вот, а сразу убрать не вариант. Сразу убрать его. Почему? Не хотел. Ну вот. Убрал бы, не было бы всех этих замесов. То и мне гадишь и себе. Ну, а сейчас. Ну да. Паша, ну что ты делаешь? Извините, я в этом не участвую. Паша взял и свалил туда, с поля боя. Так. Надо красных есть. Да, качки нету. Беда вообще. Паша. Бедище. Ну да, Паша, конем туда-назад ходит. Зато у него ни одной не съели пока. Да он мастер этого дела. Во! Нет, не во. А почему? Да, надо же этим пользоваться. Слона же нету. Чё бы нет. Ты да сами вот виноваты. И Савелий, и ты тоже. Я хотел там что-то мутить уже в ту сторону, а вы это. Коня своего не жалко. Коня не жалко. А что бы я делал? Мне все равно нельзя убирать. Слон бы слетел. Да, конечно. В том-то все и дело. Так, куда же мне деться-то? Ну ты сам виноват, что слона не убрал. Убери, потом начинай свои активные действия. Все, тише. У меня сейчас задача как можно больше тебе навредить. Я понял. Сейчас все, что у меня осталось, пойдет в твою сторону. Личная неприязнь на лицо. Да, у меня уже прям конкретно. Да, я не люблю проигрывать. Ой, да. Ешь. Да, что делать? Это же под камеру не надо. А, ты ферзем еще съел. Что, если ты думаешь, пешку отдам просто так?
То есть, если собираешься уже сдаваться, то лучше гать Паша, потому что нет, не очень никого не сидит. Не, пусть лучше Паша говорит. Ну, это сговор на лицо. Ты это... Ты мне зубы не заговаривай. Ты уже свое слово сказал в этой игре. Сейчас надо просто посчитать. Ну как там? Почти ничего не понятно. В принципе. Почему нет? Почему нет? Почему нет? Хорошо. Почти. Да. Запомни задачу. Да. Да. Ну это вынужденный ход, Савелий. Вы уж извините, потому что у меня слон висел под конем вашим. Да. Вот выдвижение вот этой пешки был невынужденный ход. Еще раз говорю, убери слона, и все было спокойно. Нет, 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 все. Ты, Игорь, ты меня уже не переубедишь. Я говорю, сейчас все пойдет на тебя. Куда не пойди, где красный пишет. Ну хорошо, ну и для нас троих. Один да. Паша сидит хитро просто. Да чё? Дождался, дождался, подставили пешку. Забрал. Да. Сейчас назад владею и бежит, и мы дальше сидим. Он не уследил, понимаешь, не уследил. Да. Ёлки-палки. Не знаю, ну так, очень плохо. Не переживай, Савелий. Эту пешку есть не буду, у меня вот есть. Такой вопрос. Невозможные ходы можно делать? Да, под шах нельзя ходить, Савелий. Ой, пардон. Да, да, да. Все, все, извините. Что, я нажал? Нет. Нет, я что-то насчет нажал. Нет. На паузу нажал. Я два раза нажал, да? Да. Как? Play, play. Да, 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 да. Нет, да, да, все. Нет. Не а теперь перещелкать. Перещелкать, да. Вот. А, да, да, мой ход, мой ход. Да, да, да. Да, нельзя. Да я извиняюсь. Да. Лучше... Лучше спасаться. Лучше слона от вас есть первого. Да, да, да. Нет, не лучше. Лучше, ну, не знаю. Я бы коня не делал, на самом деле. Потому что моя ладья затеряется, и я свои фигурки берегу. А Паше можете не верить. Хит, шут, Паша. Еще раз. Ой. Вообще. У каждого там уже. Давай ферзи поменяем. Нет, не нравится. Давай. Отличная идея. Дело сделал и убежал. У них потянется все время. Надо только меня подсесть. Ну,
съешь следующим ходом, что же. Не, ну я еще не решил. А руки все равно потеют, слышишь? Мне еще нравится, Паша, молодец он так. На красную пешку ты не рассчитываешь? Ну вот, я думаю съесть, а потом Пашки молодец замутить себя как-нибудь. Все фигурки в твою сторону. Не то так, не может Макар сделать, по сути. Фигурки я смотрю, у вас нет. Да, вот эти задыхачки. Не наступило. Кроме меня. Ну, я с тебя мог два хода подряд сыграть. Если бы у тебя выиграл. Красиво. Прекрасно. Диагонали. Звучит такая, этот, как его? Это же не голый. Малхой драйв. Тот, кто будет выезжать, не будет просто исчезать. Давай потанцуем. Лишний шах мне выиграть. Вы же не будете ферзя отдавать? Или будете, я не знаю. Не, мне все равно конь этот никак не дойдет до него. Если он куда-то сюда пойдет, то вас в воде. Я думал, ты его будешь сюда переводить ко мне. Нет, у меня слонов достаточно, поверь. Или слоны сейчас будут все решать. Не, ну извините, но я не могу вам такое простить. Ладьон давай. Поехали. Если вы так отдаете, то есть вы потом и за ладью отдадите, да? Все под расчетом. Семь бед, да. Под расчетом белых разнести красных и зеленых, чтобы черные выиграли.
Да. Это не смог быть да. Приложил того начали его не трогал. Я перестраивал фигуры. Я перестраивал фигуры. Слишком активно их перестраивал. Ну ты видел, какой ЦК центр захватил? Какие а нам стоять в уголочке, как Паша? Ну так вы же стояли до этого, да, и ничего не было. Так что, уже кому-то мат поставили? Я бы начал. Нет. Мат не начал. Еще долго будешь извинить, да? Это мне нравится, этот ход. Чем-то он тебе нравится. Вот первая фигура у Паши пропадет в доске. Да еще не факт. Ну я надеюсь. Он еще убрать все сможет. В лагере тебе? Да. Ты его есть не будешь? Нет, у меня же есть план, вот вы вдвоем. Я не хочу. Ну, ты нас совет помогал. А он сейчас мои речи уже слышал, что ли? Он же не зря туда водил видеть. По правилам нельзя. Я только что начал договариваться. Договариваться нельзя. Но мы же не договариваемся. Мы же не говорим, ходи сюда, мы так. Это на грани, это на грани, конечно. Такая провокационная вещь. Ну это ему будет перевод. Ты вообще что-нибудь потерял вообще? Ты кто? А, я коня, коня. Я молодец. Я пожертвовал. Пока у Савелия, да. Ну Паша против тебя вообще ничего не разворачивает. Он вообще, он, видимо, хочет, чтобы ты выиграл. Я ходил 20 назад уже ждал движение на движение. Было. А это же ножка пошла, да? Вот эта пешка, она определившаяся уже, да? Нет. Ну я там зевнул, я зевнул там первый вот этот, ну Паша зевнул, и все посыпалось. Она еще нет. Да, опорная пешка. Опорную пешку зевнул, и все. Ну не хватило концентрации. Опоры. Опоры вот. Сейчас только уже так маневрировать нет. Между. Ну, да, надо усиливать давление. Что ж ты творишь-то, а? Конечно. Так. Это слово не ваша сторона смотрится. Он смотрит вот сюда. То есть у Паши ситуация как бы по фигурам лучше, по времени хуже. Да нет, но это... А, это условно? Это условно. Здесь есть 10 минут на каждый ход. 10 секунд. 10 секунд. Это условно. Поехали. Куда это он пошел? Что это он туда пошел? Стандарт ко мне. Я туда не собираюсь идти. Зря. У меня есть вещи важнее. Куда мне? Мне с этой диагонали не хочется убирать. Вообще не хочется. Не хочется. Сесть твою пешку. Еще лучше. Ну да, без фигуры тебя оставить.
если на турнире играть, подставного с собой посадить одного, он будет двоих разносить, а ты потом отнесешься и выиграешь. Там подставного. Пространство для маневра. А, надо же с этой стороны. Я добавлю. Куда ты тебя? Чего ты? Кран еще. Надо. А, тебе шаг будет. Угу. Тебе шаг будет. Скажи, что ты еще сюда сейчас придешь. Да. Я хочу на связке вот этот выиграть. А у тебя вот эта пешка, она какая? Нормальная или ненормальная? Туда, к тебе. Ко мне, да? Да. Ну все тогда, тебе же жесть после моего хода. Да, я знаю. А у меня типа выбор был. Все равно была жесть. Мне только Савелий может спасти. Да. Почему ты на тебя Владик не ходишь? Почему там выбора не так много? Да. Вообще, ты знаешь. А Савелий деликатно промолчал. А ты же, это же есть нельзя, ты же не будешь туда радио отдавать. Дурацкое. Да, смысл было входить. Если бы ты бы отдал, то да ладно. Я знаю. Что-то там. Да. Он все замутил. И вот здесь вот то, что я еще. Ну я съем. Ну да, что еще делать? Света, я его спасал. Еще никогда не буду. Ну а мне что делать? Все плохо. Что-то води-то зашли. У меня мало их очень. Зачем мне есть ладью? Труба. Почему ты только одну фигуру отдаешь? Мне нужен этот слот. Уже не сейчас нужен. Твой туда полезет еще. Уже не нужен. Такого же все, забудь о нем. Был слон. И нет слона. Да. Был твой слон. И нет слона. Thank you.
Ну, у Шарова даже песня есть какая-то под названием «Перспектива», в которой рефреном повторяется фраза «Жизнь дерьмо, но перспективы очень хороши». Можно усилить этот тезис, помнишь, они тут про шарик. Когда там эти колхоз, все там, урожай опять нету, все животные сдохли, там пишут, ну и все офигенно просто. И такие, значит, первые, кто пошли в козы, там. Козы, самый хитрый, шустрый, первый, такие, не могу и шарик. Шарик такой, лежит вот здесь, тоже тощий, там. Шарик, пойдем с нами, все офигенно. Время идут там лошади, шарик, пойдем с нами там, а еще в том колхозе, ну вообще ништяк, все, жрать. Ну, уже самый последний доктор сказал, да, что это не шарик, что ты делаешь, пойдем, у нас еда, там все, я говорю, какие у тебя перспективы? А я тут давеча слышал из разговора нашего директора колхоза, что если сегодня в этом году Казимы зайдут, я у шарика отсосу. Мне когда-то про перспективу говорят, я всегда твои мы весело. Влад идет зарабатывать себе очко. Вы тут пока не мешайте мне. Влад пошел очко зарабатывать на Савелии. Еще две ладьи. Две коня. Ну что? Это не это. Не хухры-мухры. Я с вами это сравняюсь. Даже вы. Да уже в плюс выйдешь. Небольшой. Особенно если у меня сейчас фигуры полетят. Они полетят уже. Как Савелий боится, а? Сразу. Да. Все. Все весело. Ты что это Савелию пешку защитил? Негодяй. Ой, негодяй, пешку защитил. Вот, значит, надо на него идти. Раз он такой негодяй. Хотел эту пешку схоронить, где-то он ее защитил. Мне вот отсюда показалось, что это вообще-то не помню.
50 раз. Подряд. Сейчас особо хитрый. Кого? Не, ну брал. Шансы появится, кто аккуратно играть. Две без всяких наскоков. Не, ну просто нужно короля перестроить. Вот эти места. Просто пашины слоны. Это ты об этом не заботился. Да. Ты сейчас договоришься. У меня еще есть два слона, которые могут тебе испортить жизнь. Так свое мнение при себе, Макар. Ладно, потому что я хочу вот Олегу в Крым я подарок еще. И доску можно вообще на бумаге нарисовать? Да, можно туда на бумаге, а фигуры передать, книгу передать, с Олегом поиграть пару раз, потому что Олег безумно любит шахматы, говорит, ну тут как-то на шахматы. Вдвоем поиграть на шахматы? Почему? Там все время народ, перекресток, как бы люди приезжают. Баллончики для графики подаются в любом городе. Фигуры начали дефундировать. Но такого слона давать тоже. Да, тоже неохота. Ну, тем более я не собирался. У меня другой же план. Как вы строите затею тут? Высоцкая песня про свадьбу. Сначала съели индюка, потом доели потроха, потом поймали жениха и долго били. Зенку, да. Ну ты ход хотя бы скажи. Зачем тогда не завоевал? Может задачит, может меня видеть, а вот кузнечик скачет, оттуда и не видит. Кузьмин Туркова, вот стою на камне, дай-ка брошусь в море. Я только два дня назад узнал, что Кузьма Турков так просто всегда не, да? Разные люди подумали псевдонимы, но не литературу. Ну что вот, просто чуть-чуть вернуться с еды, потому что я узнал, что Карл Маркс
И Фридрих говорит, не муж, жена, 400 разных человек. А сам ты спросил, вообще не человек. Это же не понятно. Ты знаешь, это для этого нужно было поехать в Брянск, пойти еще по центру там, города, погулять по парку. Надо как-то сходить. И там, в общем, эти деревья, которые были старые, такие хорошие деревья, вот те, которые не сыхали, они их не спиливали, они их сырили и сделали из них прекрасные деревянные скульптуры, такие сказочные. Фотки эти, это классный парк. Причем он приехал, он писал портрет твоей жены, и он приехал туда в гости. Нет, он приехал туда в гости, да, и прямо на нем перерисовал на технику. Там весна течет, один высочетный такой, он низкий. И там делают раскопки, там у тебя стоянка, мамонтов там находят. Ну вот видишь, печаль. Да. Ну сначала сюда, а потом туда. Я уж так прям в открытую это говорю. Тут есть как будто они есть. Ход или шут. Ну, любой ход, конечно. Нет, ты понимаешь, ход королевы. Он всегда не лишен смысла. Да, то есть он. Thank you.
иностранец приходит пиво покупать в Совете Европы. Пиво есть? Так и знал. Почему сюда походить, потом сюда привезти? Да.
Кстати, я не понял, почему он был использован в цепи. Кстати. Вопрос такой, а можно ли сдаться в этой игре? Можно, ну, можно. Только первых кусках объявят, забирают фигуры. Это как время закончилось, да? Да, да, да. Это будет обидно, если кто-то мат ставит, уже ему следующим ходом мат уже идет, он сдается, и кто-то другой ему шаг ставит. Угу. Такое же возможно? Ну да. Но это как-то обидно будет. Ну, возможно. Но. Все, после Савелия хочется походить. Сразу. Как здоровье, Владимирович? Не зарядитесь. Не страшно. Кажется, делаешь хорошо.
словно буря пронеслась по доске. Куда, кстати? Может, дойдешь чаю покушать? Да сейчас все вернется на пути своей. Да, я заметила, что... Как это не надо? Там черная, да. Жалко. А я прям, да, я прям хотел. Азарт, азарт. Азарт. Кураж. Кураж. Слушайте, ребят, что мы делаем? Ну, да, тебе, да, у меня шах стоит. Потом я говорю, а почему ты это молчит? Как заметил, как сказал. А он давно уже стоит? Ну, да, предыдущего хода. Так, стоп, мы неправильно сделали. Ты не мог ее двинуть. Я не мог ее двинуть. Она вот здесь у тебя стояла. Она вот здесь у меня стояла. Поэтому ты ее съел... Это самое, она здесь тебе стояла. Да. Все. Так, ну, то есть сейчас. А, то есть сейчас. Я не могу. Ну да, она здесь и стояла. А подожди, а что я ей съел? Я ей что-нибудь съел или нет? Нет, нет, ничего не съел. Все нормально. Все нормально. А, бошка, короче, я думаю. Вот думал. Понятно. Да. Мы туда вернули, чтобы он так. Вот так. Угу. Все сами вынудили себя. Да. Так что да, ну, вы хотели, не досчитал, вы хотели, да, чтобы мне хуже было, в итоге сами проиграли. Не досчитал. Причем неизбежно уже. Ну, тебе, конечно, очко надо. Тебе не надо, Макар, пожалуйста. Ну, я сейчас думаю, что за минуту, откуда мне там 40 осталось, хотя бы очко получить в этой партии. Ну, так давай. Забирай себе фигурки. Ну вот этого ты можешь себе не забирать. Я сейчас себя заберу. Ну все, пускай. Савелий, да. А парковка бесплатная только в воскресенье? Только в воскресенье. И проехать. А сколько стоит парковка? Я думаю, мы будем сказать. И продлим тебя на 6 часов. Минуток на 600. Это Пашин почему-то ход. Я за Савелия переключил. Теперь мой ход. Да, ну в принципе здесь можно переключить. Здесь можно переключить. Вы просто за себя переключаете. Да, давайте я буду переключать, да. Брень там совсем мало. Владейку убрать. А, ну мне еще ну, так, можно не быстро. Можно еще не быстро. А, мне нельзя тут же слоник. Пашки, слоник. Слоник, Пашки, так, и... Да, нажмите. Да. Угу. Ну, да. Сейчас пойдет весело, весело, все пойдет. Грустно все. Так, что мне не нравится.
серьезная ситуация. А, там я еще Вадим мог подключить, да, что да, я даже сам не видел. Только не израсходовал время. Мне вот это жалко. Здесь, ну, здесь это надо было посчитать лучше. Ай. Это да. Ну чего? Первый есть? Да. Ой, тут так все. Цветнот, тут такой цветнот. Цветнотище. Похоже, да. Пошлите дальше наслать. Ну, мы поставим плитку. Нет, ну, подожди, как я понял. Часов на пять. Чумака, второе очко, и не сейчас Павликом. Почему сейчас еще тут? Ладно, привет, его не возьму, но Павлика просто. На, видишь, не хочет тебе. Я знал, что он так пойдет. Я тоже знал. Здорово. А, блин. Павлик. Сейчас. Павлик Морозов. Так, сюда уже. Нажмите за Макара. Да. А то он это время найдет. Я буду джима. Так, блин. Ну нафига я красных мотался, все равно одни пешки остались там, две несчастные. Была ладья и нет ладьи. Добавляете время, да? Да. Там все добавляется. 10 секунд сейчас потратишь, что ли? Правильно. Я никуда не лезу. Нет, мне цукцванг, ты не понимаешь? Куда бы я ни пошел, мне плохо. Отстань от меня, МК. Отстань, у тебя вон это. Минута 10, ты его сидит. Я сейчас помогу выйти отсюда. Или ладьей. Ферзем или ладьей. А тебе шах, поэтому. Поэтому похер. Не знаю. Поэтому мне похер, кто сыграет. При этом вероятность того, что будет следующий ход, довольно-таки велика. При этом, в принципе, он ставит подбой. Но я же не знаю, съест его Миша или нет. Миша, ты слышишь? Скажи. Что на этот вариант не пошел форсированный, где ты выигрываешь? Какой? Ладью. Я думал. У тебя же ферзь лишний, Макар. У тебя ферзь лишний, ты бы выиграл. Можно. Да, лови, Макар. Так, мне тут прилетело, да? Да. Да. Это меня очень не радует, если честно. Вообще не радует. Не радует. Очки надо зарабатывать, Паша. Это вообще не сладко.
20 секунд пока. Ты видишь, Митя уже заранее, да, что он сейчас будет это... Я буду быстро ходить. Mm-hmm. Но я, скорее всего, мат все равно получу. Не факт. Ну, честно. Тут мне повезло, конечно, что ты слоном не перекрылся. Ну... Я тебе помогу немножко. Спасибо. Не знаю, зачем можно? Так, блин. Блин, да чё ж это за планшет такой? Понятно. Угу. Тут, короче, уже... Жмите мои 18 секунд, бедные несчастные. Ну, 25 уже. Как интересно. Я не играю. У тебя туда. Опять пешка, да, пошла? Да, да, да. А сейчас. Просто вот ты победишь. Не факт. Я дальше не знаю, что делать, у меня 12 секунд все. 20. Не важно. Вот, конечно, вообще жесть происходит. Посчитать невозможно. Гар, иди быстрее. Делай просто шаг и все. Какой шаг? Так, ну тогда вот это мат. Потому что он вылез, да? Я сейчас просто паузу сделал. Да, да, мат, мат. Сюда не могу. Да. 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 Ну все, Паша выиграл. Что мне против него играть? Ну, него... два ферзя, две ладьи. И по времени одинаково. Ладья. Да. Да. Да шаг бы сделал какой-нибудь, и все. Ладью бы даже скинул. Нет, это ты помог ему. Вот, я, вот ты пробил мою ладью, и он получил мат. Так-то мата ему не было. Но я этот мат не видел. Слушайте, ну... Я тоже. Там нормальный здесь вариант был. Вот это. Скинь ладью вот здесь. Вот я тебе говорю, Паша сразу ноль. У Паши сразу ноль стоит. Ты чё? А когда там раньше еще, да? Да, 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 вот. Какой ты сейчас ход пошел? Слоном или слоном, что? Слоном, да, слоном отправил. Где он там стоял? Видишь? Вот тут. Да? Да. Скидывай, ладью. Вот здесь. Так, Пашин ход. Нет, твой ход. Как бы ты хотел? Твой ход. Давай. Не, ну, я думал... Ты пробил ладью, да? Нет. Нет, ты нет, же нет. Нет, я ферзем хотел. Сейчас вспомню. Не, ну тут-то ладью уже надо взять. Зачем? Можно ладью? Не, можешь, вот. Конечно, вот сюда пойти. Да, ферзем. Да, да, вот. Да. Что типа такого мата смотрел тебе? Причем, по мне, так он прям жесткий прям мат получался. Да, тогда у меня единственный ход, а, ну, или сюда, или сюда. Но макарочку заработал. У меня да, очко. Не, ну, скорее бы, если, наверное... Если бы мне Паша не помешал, я бы там второй бы получил. Сколько заработал? Мат Макаров одно и победа два, да? Три очка, да. Три очка. Одно очко. Да. Ну, хорошая была партия, ну, напряженная. Ну вот тут вот концовка. Ну она была наша, она все, просто все. Ну, вот было... тут я смотрел, когда я слоном уходил, вот тут мата не было. Именно в этом участке. Когда у меня тут две ладьи еще стояли, когда я шаг еще не делал. Так, я думал, у меня все. Тебя нет, мат. Не, нет, когда я королем ушел. Знаешь, как вот как? Ты ходил вот так слоном, и все, а Влад мне шаг дает здесь все равно. Да. Да, я не видел его шаг. Я вот когда королем ушел, вот в той позиции, там, когда так, да, ну, у меня тут делал уже, то мата не было. Не, ну, нет. Ну ты бы победил, ну, да. Макар, да. Макар бы выиграл, да. Не, ну он по времени бы проиграл. Не, ну я думаю, успел бы, там же два ферзя. Нет, ну там у него, нет, совсем нет, у него один было... Ферзь, там 12 секунд. Не, не, да, у него было... Ну да. Он бы не успел. Не, ну в общем, по сути, да, он и так по времени проиграл. Да. Опять села партия. Че, еще по одной? А сколько еще времени? Нет. 11. А, нет, ну это нет. А кто выиграл, друзья? Паша. Паша. Опять? Футболы играют 22 человека. Сколько очков кто набрал? А выигрывают всегда немцы. Паша 3, Макар 1, а мы не 1. По нулям. Все. Ну интересно же играть, вот так передвигать туда-сюда. Мне нравится острая игра. Да. Паша так типа поставит там, пока все друг друга перебьют уже. Да. Туда назад. Ну, работает вот так.
Ну, она работает. Работает, да. Да. И вот с кем-нибудь надо подсадным садиться. Нет, вот ты сидишь, да, и кто-то с тобой в команде заранее сидит. И он начинает просто скидывать фигуры на двоих. И ты один стоишь, вот ждешь, пока он их потрепает и выходишь. Нет, но эта ситуация, но она невозможна. Здесь правила прописаны. Это невозможная ситуация. Почему невозможно? Вот играет два человека на турнире, да? Да. Вот последний решающий тур. Кто победит, тот становится чемпионом. Да, и вот один уже лишился, да, каких-то шансов. Нет, один в принципе, вот такая решает. Ситуация возможна и в классических шахматах. Кого-то ничья устраивает, ты пошел с ним, договорился. Так я сейчас хожу. Ну, то есть, вот тебе, допустим, надо, чтобы он... Ну, хорошо, да. Там ничья, а тут чисто на победу можно. Тут можно вот просто принести победу. А можно, вот, кто-то эти двое предложит больше, и он начнет все фигуры на этого накидывать. Вот, да. Кто больше предложит, тот и... Нет, но это до партии. Это до партии. До партии. Это до партии только. Надо комплект собрать. Так, слушайте, а вы знаете, что я вот что подумал? Давайте в следующий раз, у меня предложение, давайте вот каждый из вас подумает, вот что он скажет, вот в чем своеобразие игры, то есть, ну, ее в смысле интерес. Да, то есть, ну, в отличие от шахмат, то есть, ну, шахматы это понятно. Не просчитаешь да? никогда в жизни. Понятно. Самый мощный компьютер поставишь, ничего не насчитаешь. В шахматах после трех ходов 3 миллиарда вариантов. Тут слишком большое число. Нет, ну нет, отсутствие просчета это одна история, да. Значит, потом тут вот мне здесь. Психология. Здесь нет, здесь еще много, вот, например, еще такая история, кстати, интересно, да, вот что вот человек хочет здесь. Совершенствоваться. Да, вот ясно, что значит, дебютной подготовки здесь нет, скорее всего, и быть не может. Ну, в ближайшее время, да? Значит, соответственно, если тренироваться, то значит просто есть вот шахматный тренажер, позиция просто раз, да? Выберите наилучший ход. То есть вот как? Вот что еще, вот как можно самому в одиночку, да? Совершенствовать свою игру. Вот какие будут? Совершенствовать, ну, готовить только начало понимаете. Ну, только на... здесь свою позиционную игру можно совершенствовать. Все остальное никак не совершенствовать. В самом есть... начале как от коней избавиться. За зеленых и за красных. Как перестроить грамотно. Позиционно. Ну это все позиционная игра, да. Тут поманеврировать коня. Тактику здесь никак. Тактику только обычными шахматами, да, просто. Да. Все нарабатывается. Да, да, да. А сейчас там только вот, начало как-то позицию ставишь, паш себе как-то поставил, двух слонов сюда. Да, и... мне, кстати, понравилось то, что он поставил. Не, мне вообще не понравилось. Ну, при моей открытой игре просто мы эти двух слонов меняем. Не выдержишь так долго стоять, как я. Да. Ну да. А я, кстати, думал уже в один момент просто вот открыть вот эти диагонали, просто поменять этих слонов. Вернуть, вот, то, что они мне не нравились. То есть это тоже не катит такая позиционная игра. Ну да, потому что тут психанет человек, и все, я без слонов остался. А тут слон-то, в общем-то, намного сильнее коня. Угу. Может быть, даже ближе к ладье. Ну, то есть интерес в непросчитываемости, да. Наверное, все-таки. Да. То есть интрига. Интрига. Пойдемте, да. Надо уже. Да, да, до свидания.